ЧП произошло на улице Демьяна Бедного. Территорию вокруг огородили лентой и временным забором. Сама трещина тянется вверх на 2 этажа, кирпичная кладка которой отходит на уровне 4 и 5. Жильцов, которые находятся под угрозой, временно эвакуировали. Одна семья переехала к родственникам, другую заселили в гостиницу. Сотрудники специализированной организации сейчас проводят проект дома, оценивают риски и ущерб. И вот как прокомментировали ситуацию городские власти. Ограждено место возможного падения облицовочной части кирпича. Сегодня с утра в 9 часов был осуществлен комиссионный выезд с представителями архитектуры, БТИ. Осмотрено здание. Внутри при визуальном осмотре повреждений конструктива дома не выявлено, но опять же повторюсь, это при визуальном осмотре. Специалисты в кратчайшие сроки должны провести экспертизу, оценить риски и отремонтировать стену. Здание постройки 2014 года к наводнению отношения не имеет.